В рамках социального проекта «Конструктор здоровья» лекцию в комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Серпуховский» провел хирург-флеболог, главный врач медицинского центра «Тропикана» Олег Скоробогатов. Рассказывал посетителям центра о варикозной болезни, современных методах ее лечения. Чувство тяжести, усталости в ногах, отеки, судороги, заметные невооруженным глазом расширенные вены – все это симптомы варикоза. Ведущий специалист медицинского центра «Тропикана», хирург-флеболог Олег Скоробогатов делится своим богатым опытом лечения варикоза с посетителями Центра социального обслуживания и реабилитации «Серпуховский». Варикозная болезнь нижних конечностей, ее можно назвать заболеванием 21 века, потому что образ жизни людей чаще всего малоподвижный, и вследствие того, что скелет и мускулатура сокращается медленнее и меньше, то идет прогрессирование варикозной болезни, то есть идет застой крови в венах, вены расширяются, возникают варикозные узлы. К сожалению, многие пациенты склонны затягивать с визитом к врачу. В результате болезнь прогрессирует и могут появиться трофические язвы, серьезные осложнения варикоза. Хирург-флеболог подробно рассказывает о причинах возникновения варикоза, его симптомах и методах лечения. Слушатели с интересом задают вопросы, опираясь на конкретные ситуации. Очень интересная встреча, мне понравилась. Я задала вопрос, который меня очень интересовал. Мне интересовало, что у меня густая кровь, влияет ли она на образование этого вен. И, конечно, у меня ноги болят. Варикозная болезнь – это не приговор. Современная медицина предлагает множество эффективных методов лечения. Главное – вовремя обратиться к специалисту. У нас в центре как раз имеются все звенья данной проблемы. То есть человек приходит с определенными жалобами, проводится сразу осмотр, УЗИ, диагностика, и дальше уже мы определяем способ лечения, которым будем человека лечить. В нашем центре имеется лазерная флебология, то есть это последнее слово флебологии, когда не требуется никаких разрезов, только через прокол с помощью лазерного световода под контролем УЗИ мы убираем варикозно расширенные вены. Совместно с медицинским центром «Тропикана» социальный проект «Конструктор здоровья» реализуется на базе реабилитационного центра «Серпуховский» уже второй год. За это время десятки пенсионеров и людей с инвалидностью смогли получить консультации врачей различных специальностей и узнать много полезной информации о профилактике и лечении различных заболеваний. Наше сотрудничество уже продолжается второй год. Все получатели социальных услуг очень даже благодарны врачам медицинского центра «Тропикана». И к нам приезжают не только наши получатели, которые находятся в городе Серпухове, но у нас еще есть филиалы, которые в Пущино, в Протвино, есть на Советской у нас активное долголетие. Медицинский центр «Тропикана» – многопрофильное медицинское учреждение. Ранее в реабилитационном центре «Серпуховский» прошли встречи с терапевтами, эндокринологом, урологом и кардиологом. Мне очень нравятся лекции врачей, которых нам приглашает наша администрация. Вот. Они очень доступно нам объясняют о всяких заболеваниях. Мы очень довольны вот медицинским центром «Тропикана», потому что он больше всех отзывается к нам приходить. Вот. И благодарим за то, что нам дается скидка на все процедуры. Самое главное – такие социальные проекты, как призыв обратить внимание на свое здоровье, вовремя пройти диагностику и лечение, предупредить хронические заболевания и осложнения.